Всем привет, уважаемые зрители, вы смотрите канал Sunlight Gadget, с вами Артур. Очередная посылка, то есть уже вскрыл я посылку и вот получил спидометр для велосипеда, или как называет производитель свой продукт, велокомпьютер. Это самый дешевый велокомпьютер на AliExpress, стоимость $2. Вот здесь настоящие характеристики, можете посмотреть, я ничего не понимаю в этом. Итак, в комплекте вот дисплей и сам мозг, компьютер, хомуты, посмотрите, крепление для дисплея и так далее. Я сейчас все вам покажу. Вот само крепление для дисплея, на 3М скотче крепится на руль провод и на раму крепление. И вот самый маленький аксессуар — это магнит на спицу. И сейчас я вам все покажу, как все работает. Да, на дисплее две кнопки. Центральная кнопка фейковая, правая и левая. Удерживая правую кнопку, вводим дату, время и одно лишь число. Измеряем диаметр колеса и вводим сюда. В нашем случае это получилась цифра 190 сантиметров. 190 сантиметров равно одному кругу нашего колеса. Итак, крепится этот дисплей вот сюда. Это мы крепим на руль. Крепление не очень надежное, на 3М скотч. После крепления дисплея кабель опускаем аккуратно, связываем хомутами, чтобы не висел. Вот эту часть нашего велокомпьютера крепим на вилу против спиц. Вот этот маленький магнит крепим на спицы. Крутим колесо. Один круг прошел, встречаются два магнита, информация передается на дисплей, то есть на мозг. И велокомпьютер определяет один круг. Так, мы можем видеть на мониторе во время езды скорость текущая, сколько кругов делает колесо. Скорость показывает дисплей в километрах. И можем видеть пройденный путь в километрах и метрах. Вот такой вот умный велокомпьютер, умный аксессуар для велосипеда. Всем рекомендую, можете покупать, вещь стоящая. Будет ссылка на другой велокомпьютер, у которого крепление еще хорошее. Сами выбирайте. Можете купить вот этот за $2 или тот за $3. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мир вашему дому.